За минувшую неделю в Сарове произошло 5 ДТП. В 4 из них получили повреждения только автомобили. В одной аварии пострадала 19-летняя девушка-пешеход. Днем в пятницу она переходила дорогу возле первого интерната. Ее не заметил водитель «Шкоды». К сожалению, пешеход получил телесные повреждения. После осмотра врачом данная гражданка была отпущена и проходит амбулаторное лечение. И, к счастью, без значительных последствий, то есть переломов нет, телесные повреждения, связанные с ушибленными ранами одной из конечностей, вот, и локтевых коленных суставов. В полицию продолжают поступать заявления о краже велосипедов, причем угоняют и пристегнутый тросом транспорт. Так, рано утром из подъезда одного из домов на улице Шевченко похитили велосипед марки «Атом». Удалось сотрудникам уголовного розыска установить лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался гражданин, ранее не судимый. 86-го года рождения, велосипед у него был изъят по месту жительства. Проводится проверка на причастность данного лица к совершению аналогичных преступлений. Еще один велосипед похитили из дома на улице Куйбышева. Транспорт также был пристегнут. Лишился своего коня и житель дома Силкина 2А. Екатерина Опенова, Евгений Шевцов, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.